файне місто Тернопіль. Вася? Это мы застряли тут немножко. Наверное, на часик, а то и больше. Дождик хороший поливает. Идет вот, вот так, такой вот так дождь. Вот. Меня не видно. Болото. Вот и себя вот снимает. Вон Вася ругает. Вот так надо поставить. Вон источник какой-то святой там показывает стрелочку.
Ну ладно. Теперь все. Я уже... Это патенька Лизи. Велосипедисты, подъем. Боже, как я хорошо спал. Без Васиного храпа. Вася не храпит. Ну конечно, я там даже его. Далеко еще? Чуть-чуть. Двое тряпы. Может там кто-то есть вообще вот там оставить возле человека? Ну, здесь по лестнице их спустить. Thank you.
Тяжело, батенька? Дальше будет еще тяжело. Ну ты и отдых нашел. На таком склоне. И тех, кто барьер гадрит, тоже снимает, да? Yes, мы взяли эту высоту. Вот это мне нравится. Вот где мы сейчас, это классно. Вот даже последние эти бойницы, это просто сделано. Вот с той стороны пойти снять, это вот такой вид будет. Вот ну вот если сразу же. Это тоже неплохой вид. Нет, чтоб тебя будет пиздец. Ну да. Так это нам надо было. Thank you.
Ну да, мы просто мы как бы немножко где-то тоже, по-моему, сворачиваем. Thank you.